Здесь нет колонн и витиеватых вывесок. Одноэтажный спальный Нью-Йорк. Звонок в обычную дверь, и ты в музее. Добрый день. Вы находитесь в единственном мире музее истории пьянства. Страсть к архивам и алкоголю в одном флаконе. В этом музее свои порядки и строгие правила. Во-первых, никаких галстуков. Галстук и выпивка, они очень друг другу противоречат. Во-вторых, вход через санпропускник. После этого экспонаты можно трогать руками и пробовать на вкус. Спасибо. Бывший ленинградский инженер-изыскатель Лев Мешбурт загорелся всем этим 20 лет назад. Я не знал, что это будет музей. Когда появилось там 30-40 таких, я понял, что это уже тема. Алкогольная тема сначала заполонила подвал, затем захватила весь первый этаж. После этого богатствами Бахуса захотелось поделиться с миром. Here United States of America. Here the Eastern Europe. Как положено, в приличном музее экскурсии на русском и английском. Друзья, знакомые, знакомые знакомых. Независимо от языка, народ активно интересуется историей пьянства и еще активнее тянется к прикладным, в прямом смысле слова, занятиям. Cheers. Градус веселья повышается прямо пропорционально количеству принятого на грудь материала. Знания расслабляют, сплачивают и культурно обогащают. Вот эта вот карикатура Оноре Домье, которая называется «Без друзей». А вот это вот народное творчество, которое называется «С друзьями». За каждым музейным экспонатом своя история с географией. Монахи в подпитии, питейные миниатюрки, тайники с заначками разных народов. Углубление в тему под бычки в томате из активной стадии всегда переходит в философскую, туда, где поиски смысла жизни. Самая черная страница в истории американской – это был сухой закон. Это, с моей точки зрения, это самая черная страница, которая принесла мафию, принесла коррупцию, принесла бандитизм. За 20 музейных лет к истории пьянства кто только не приобщился. Из серьезных людей – Олешковский, Губерман, Иртенев. Коллекция растет, алкогольные закрома переполнены, видимо, придется расширяться. Но и в новом помещении правила останутся неизменными. Принимать экспонаты на грудь без галстука. Нина Вишнева, Александр Барыш, Елена Матусовская. Настоящее время. Америка. Нью-Йорк.